Раньше нас на славу Украине надо было кричать героям слава. А сейчас Байден Зеленскому пришел нотис ордер. В связи с военными действиями заменить на английский ответ. Ukraine has to be split apart. Не слыхал? Нет. Ну давай потренируемся. Я тебе говорю слава Украине, а ты повторяй. Ukraine has to be. Не могу сказать, потому что я не знаю. Не знаешь. Ну ладно, тебя научат. Ты сам откуда? Да. С Киева, да? Ну, рядышком. Рядышком. А, Белая церковь, что ли? Ну ладно, есть вопросы какие? Да нет. Давай успехов тогда. Что ли звоните? Харьков. Вы откуда? Харьков, я им ответил. А вы из Харьков? А вы из Мариуполя, верно? Да. Ну, мы с вами разговаривали? Да нет, не разговаривали. У вас, может, вопросы какие интересные есть? Ну откуда вы узнали, что я в Мариуполе? Мне докладывают, есть программка, которая мне извещает. Ну неважно. Что вы, как вы? Я нормально, а вы как? Доброе. И что там у вас? Да ничего, с Днепра, нет? Да. А что ж на мове говоришь, если с Днепра? Ты хочешь и размовляешь. Нет, без проблем, имеешь право, я ж не спорю. Ну ладно. А вы что не размовляете на украинский? Что это у вас за катапский хуета? А с чего я должен на мове размовлять? Я на международном размовляю. На якому международному? На казахский хуй. Ебать, вы, сука, блядь, все трусите за международный, блядь. Ну. Дед, ты что, ебанулся, нахуй? Пиздец, какая нахуй международная? СНГ, да, блядь, это что, международная? Давай. Давай на английском. Давай. Can you speak English? Давай. Ты знаешь английский мову? Yes, I speak. Yeah, okay. Let's do it. If you want to have Russian speaking conversation with you or English speaking, yeah, no, I don't want to have Russian conversation with you, so let's English speaking conversation. Where are you from? I'm from Kharkiv. Ukraine has to be split apart. From do you agree or disagree? Please repeat your question. Ukraine has to be split apart. Do you agree or disagree? Can you repeat just? Ну, я вижу, какой у тебя английский. You're like automatic weapon, you know? Английский твой оставляет желать лучшего. Ладно. Ебать, брат, ты хуяришь как с пулемета, хуй по мешой, ты мне говоришь, что я тебя говорю, блядь, повтори нормально, а ты, рыгнул что-то, блядь, и ты должен, блядь, я понять, что ты рыгаешь, нахуй. Чувак, если ты хочешь базарить, ну, базарь, нахуй, внятно, понял? Дед, ну ты ебанулся, блядь, у тебя челюсти и так отваливаются, а я должен, блядь, следить, нахуй, за твоей мембраной. Нахуй мне надо. I have enough clean pronunciation. А мне похуй, что ты have enough, ебать. Если ты хочешь базарить нормально, ну, то, блядь, speak, нахуй, clearly, блядь. Ну, yeah. Do you understand? You're fucking stupid idiot, I am speaking enough clearly. Ukraine has to be split. Speaking enough clearly, блядь, вы нихуя не clearly. Again, Ukraine has to be split apart. Do you agree or disagree? No, I disagree with you. Why? Why? Why do you have this stupid flags on your background? Or what's the king on your picture? I didn't get it. It's... Man, and what's the big vision? What's the swing for the fences vision here? What do you like? How do you like to deep fade? How do you like electricity? How do you like to be paid for producing electricity for the next 30 years, man? What do you think about it? This is a flag of City of Toronto. I don't give a fuck about this flag. I ask you just. I like, fuck Toronto. No, I live in Slavia. I mean, I don't give a fuck about your flags. Ну ладно, я вот этого синего отвечу. Кто ты из Славянска, кто из Днепра, ты не поймёшь. Shut up, bitch, and listen to me. I ask you, how would you like to be paid for producing electricity for the next 30 years? Man, how would you like? Dude, come on, hurry up. Yeah. I wait for your answer, man. Dude, what's up, dude? Answer, please. I may presume it will be so good with my electricity system and my electricity bills in the next
10 years or 4 years, whatever they do. I ask you about 30 years. And what's the big vision? What's the swing for the fences vision here? Ладно, мне вот с этим синим интересно поговорить. Ты одно и то же говоришь, я тебе уже ответил. Да, чувак, нахуй, понял? Это то же самое, что ты мне трусил, блядь, 5 минут назад. Вот это, бля, блядь, вот это хуйня. Что я тебя трусил? Ну ладно, это, ты брутальный человек, хотя английский у тебя лучше, чем у синего, безусловно. Ты что, учился в школе с английским языком обучения, что ли? Да. Да не ты, а вот этот голый, который... В украинской школе с английским обучением он учился. А, ну, ну не, неплохо у него английский, да, молодец. Более-менее. А спасибо, ты знаешь, чем отличается британский от американского, например? Ну, вакцина. Я знаю, тебя это ебать не должно, в чем она отличается. Да чем, чем отличается русский от украинского? Ну, украинский — это, так сказать, подязык. Наречие русского. Так было до большевиков, по крайней мере. Она отличается тем, что по русскому языку украинцы хуем ебашили. Ну да, да. Украинская мова — это крайне неблагозвучный язык. Да и хуй с ним, брат, ладно, хуй с ним. Давай насчет британского и английского. Что ты там хотел сказать? Ну давай. Ну, Точнее, американского, американского, американского и британского. Ладно, я сейчас научу тебя разницу. Спроси. Вот, давай. Переведи. Давай только без bottle of water. Давай, переведи. Я тебя по-русски, а ты мне на английский переведи, я тебе потом скажу, как правильно. Переведи на английский. Где остановка 20-го трамвая? Пардон, лучше расписание. Где расписание 20-го трамвая? Вот так будет. А ты имеешь в виду разница между schedule? Вот, абсолютно будет по-разному звучать в британском и в американском. Я тебе заранее говорю. Ну не абсолютно, ну... Да, на 80% будет по-разному звучать. Не, ну вообще в британском и американском очень много слов по-разному говорят. Да, да, особенно для туристов разные. Там chemist — это вот аптека chemist по-британски, а по-американски как будет? Drugstore. Drugstore or pharmacy. Молодец, соображаешь. Yeah, yeah. А трамвай, вот трамвай как будет по-британски? По-британски, ну, трэм, наверное. Трэм по-британски, а по-американски? Блин, не знаю, вообще в Америке не помню, чтобы трамвай... По-американски streetcar будет. Вообще первый раз слышу, честно, вот, врать не буду. Ну вот у нас в городе есть трамваи. Ты вот ругался на флаг, это флаг города Торонто, если что. Так ты же с Харькова. Ну я сейчас живу в Торонто, вообще с Харькова. Какой долбоёб за Россию? Изначально. А ты давно в Торонто живешь? 17 лет. Так а что тебя заражку так пидорнуло? А что мне? Я не говорил ничего про Россию. Что ты решил сегодня пидорнуть? Да не знаю, ну ты так за русский язык топишь. Ну за русский язык, да. Я противник украинского языка. Я активист движения харьковской антиукрамовной интеллигенции. На то пошло. Ну это бред, не считаешь? За рашку это одно, за русский язык другое. Так а какая разница вообще за язык? Ну, язык — это, по-моему, чисто способ коммуникации. Ну, какая я согласен. Но тебе интересно, я тебе дам ответ на вопрос. По-британски будет, где расписание 20-го трамвая? Чтобы ты понял разницу между британским и американским. Where is timetable of 20th tram? Это по-британски. По-американски, where is the schedule of 20th streetcar? То есть 20 трамвай и расписание. Знаешь, в чем твоя проблема? У тебя слова звучат по-разному, а акцент звучит... Акцент, понятно, что у меня славянский акцент. Мне всегда говорят, что польский акцент, но понятно. Они одинаковые. Я ж не говорю, что у меня акцента нет. Я могу стараться без акцента, но это не напрягаться нужно. Так а кто у тебя там на картинке нарисован? Александр Второй. Это какой, кровавый, что ли? Нет. Кровавый — это Николай Второй. Так большевики его прозвали. А, это Александр, точно, блядь. Обычно их путают, я понял. Да. Понятно. Или вот еще разница, допустим, туалет как будет по-британски? Restroom. Это по-американски. По-британски туалет.
А по-канадски тоже, а по-канадски тоже по-другому будет, не как по-американски. По-канадски будет washroom. Да нам на самом деле похуй. Нам главное, чтобы нам, что да Америка, вот Англия прислала оружие, чтобы мы русским мочили. Да вот, вот я же ему интересно, чем отличается. И вот из известных слов трусы отличаются. Три разных слова. В американском, в канадском. А чем отличается? Подожди. Trousers and underwear, yeah? Молодец. А, нет, underwear это по-канадски. По-американски underpants. Ну не слышал underpants первый раз. Слышь, где-то, у тебя эпилепсии нет вот этой хуйни, что тебя там ебашит, блядь? Нет. У меня б уже была, наверное. Ебать ты жесткий, красавчик. Сколько тебе лет? Мой возраст оценивается трехзначной цифрой, ты лучше не спрашивай. Каких трехзначных, ну, блядь. Ну, значит, 100 плюс. За 100. Да нет, ну за 70. Нет, не за 70. Меньше. Да. Ладно, все, ушел тот. Вот у того хоть иди, появились нормальные давай. Вопросы. Давай. Ukraine has to be split apart, запомни. Недолго музыка играла, недолго пора я танцевал. Слава Украине! Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас заменили отзыв. Раньше был героем слава, а сейчас отвечать нужно. Ukraine has to be split apart. Не читал, что ли, сегодня телеграм-канал? Не читал. Зеленский получил от Байдена notice order, то есть директивное указание, что заменить в связи с военными действиями отзыв на английский язык. Ukraine has to be split apart. Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине, а ты отвечай, Ukraine has to be. Повторяй. Так мне придем заняться. Что, не можешь повторить, что ли? Не, не можно. Ну ладно, учи. Поляница. Учи слова. Наверное, зря жалел Деникин хама. Повторите, вас затормозило немножечко. Слава Украине. Ukraine has to be split apart. Знаете, сейчас заменили отзыв. Раньше был героем славы, а сейчас Зеленский получил от Байдена notice order, то заменить в связи с военными действиями на английский вариант. Ukraine has to be split apart. Не слышали? Слава Украине! Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас заменили отзыв. Раньше был героем славы, а сейчас отвечать нужно. Ukraine has to be split apart. Ну все-таки Украина. Повтори за тормозение. Слава Украине! Ukraine has to be split apart. США? Ukraine has to be split apart. Сейчас заменили. Раньше был героем славы. Украин хэстом сплит-апарт. Понял? Не понял ничего. Наступает решительный момент. Повестки-то всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. Начал. Да ты мне внуки, мы с тобой ровесники, ты шо? Ну а ты что? Слава Украине. Слава Украине, Ауль. Я тебя не оскорбляю, дай Бог тебе здоровья, дай Бог тебе счастья. Вот. Но слава Украине должна быть. Слава Украине должна быть. Окей? Повтори, затормозила. А говорю, слава Украине! Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас заменили отзыв. Раньше был героем славы. А сейчас отвечать нужно. Ukraine has to be split apart. Запомнил? Запомнил. Надо казать героям слава, деду. Мы живы или помрем? Не понял. Завис интернет, повтори. Завис интернет, повтори. А, завис интернет, слава Украине. Ukraine has to be split up. Ukraine has to be split up. Ладно, окей. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский это какой, чей отвечает? 17 гривен килограмм оказалось. Ну и что из этого? Ну как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм это не очень дорого.
Вы... И вообще все, во всем мире яйца в мире меряются в килограммах, а не в штуках. Вы что, издеваетесь, что ли? У нас яйца в основном... килограммах измеряют. Вы что, издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. Ну, и все равно. Разные. И цена все... разная. Игорь Вадимович. У мелкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена. Правильно. Ну, а если взять их в килограмме, если взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Демократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать. А сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр, зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане, в Татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Вони ж передали в 1922 році в Воронежську область. А в 22-му году Львівська область де була? В Австро-Венгрії. Опаньки, так это не була ще? Ну і ще в сусідній країні 70 мільйонів. Вони нас ненавидять за це, за те, що ми живемо добре. Ненавидять. І будуть ненавидіти завжди. Просто тому, що ми є і живемо добре. Это ж русский был. Мы сделали украинским угодом ученым. Италец. Да. Украина, которая создана. Группа экономического.